Это четвертьфинал. Расслабляться никто даже не думает. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на счет игр. И с нами Элизабет Абрамян. Она только что обыграла свою соперницу из Самары, Екатерину Зеронову. Как это было? Я не знаю даже, как описать, как это было. Просто я сейчас очень рада от проделанной работы, от работы, которую я проделала именно вот в этом матче, потому что, можно сказать, я боролась сама с собой, со своими внутренними тараканами, можно сказать. Вот. Мне было принципиально выйти и отыграть, показать хорошую игру, потому что, опять же, я не очень довольна осталась сегодняшней первой игрой, и поэтому хотелось как бы загладить, так скажем, как бы перед всеми, перед собой, показать хорошую игру. И я очень рада, правда, очень много разных эмоций сейчас, но я рада, что я смогла это сделать. Ну вот и тогда, и сейчас, что вам помогает в моменте собраться? Всегда что-то новое или какой-то, знаете, ключ успеха? Да нет, на самом деле, никакого ключа или секрета, просто, опять же, терпение. Терпение быть в игре, держать концентрацию, думать каждый мяч отдельно, думать, куда сыграть, как сыграть, и стараться не выключаться. Вот, я очень старалась сама с собой именно, ну, держать концентрацию, это самое сложное. Плюс еще который день уже играем, усталость накапливается, и поэтому это становится все тяжелее и тяжелее. То есть просто вот говорить себе, давай дальше, еще, и все получится. Понятно, что сейчас надо восстановиться перед следующей игрой, но все-таки есть ли какой-то план, уже думаете? Нет, на самом деле я пока еще не думала, даже не знаю, с кем буду играть, девочки только начали. Вот. Кем бы хотел? Да, если честно. Вечный вопрос. Да не знаю, если честно, со всеми одинаково сложно. С кем придется, с тем и сыграем, будем с ним и стараться. Вот, надо сейчас передохнуть, выдохнуть, потому что эмоции реально зашкаливают. Нужно с холодной головой подходить к вопросу, как бы строить тактику против каждой соперницы. Спасибо вам большое, удачи. И вот еще один полуфиналист Элизабет Абрамян.